Роста цен на такси в Дагестане не будет, об этом заявляют представители сервиса. Напомню, ранее в соцсетях была информация о предстоящем повышении стоимости такой услуги. Связывали это со вступлением в силу нового закона. Так, с 1 сентября таксистам необходимо иметь полис обязательного страхования ответственности перевозчика. Эксперты опасаются, что водители попросту не успеют оформить новый документ в короткие сроки и возникнет нехватка машин. Это может привести к повышению стоимости поездки. Однако в Махачкале ситуация другая. Несмотря на новый закон, осенью туристический сезон в регионе заканчивается. Спрос на такси падает, а следовательно и цены, уверяет представитель сервиса такси Муслим Муслимов. Он считает, что дополнительные траты, которые теперь ждут таксистов по всей России, не должны повлиять на стоимость поездок, так как она регулируется агрегаторами. Сам по себе полис ОСГОП, он не такой дорогой. Гораздо более затратная это стоимость страхового полиса для такси, деятельность такси. И он там подорожал за последние годы, он там в 3 раза подорожал. И такого сильного роста тарифа тогда не произошло. То, соответственно, если смотреть предыдущий опыт, то ОСГОП тоже не должен повлиять на резкий рост стоимости заказа. Отмечу, благодаря такой страховке пассажиры в случае ДТП смогут рассчитывать на компенсацию до 2 миллионов рублей.